Готовы ко всему. В храме 12 апостолов в Балаклаве прошли пожарные учения, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю. Спасатели изучили оперативно-тактические особенности нестандартного объекта, а персонал храма отработал действия, которые необходимо выполнить в случае оповещения о пожаре, а также основные принципы применения первичных средств пожаротушения. По сценарию, в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание в помещении храма. Персонал предпринял необходимые меры к ликвидации возгорания, а ответственный за пожарную безопасность сообщил о случившемся в МЧС. Все действия были максимально приближены к реальности. Подразделения Севастопольского гарнизона МЧС оперативно направились к месту происшествия. На данных учениях привлечены силы и средства Севастопольской территориальной подсистемы. Главного управления задействовано 6 единиц техники и 35 человек личного состава, из них от центра мероприятия гражданской защиты 1 единица техники, Всероссийское добровольное пожарное общество 1 единица техники. Первыми свои действия отработали сотрудники газодымозащитной службы, которые проверили, есть ли в помещении храма люди, и при помощи спасательного устройства вывели на улицу условного пострадавшего. После этого были отработаны действия по ликвидации пожара в культовом сооружении. Борис Кричко отметил, что такие учения необходимы, ведь появляется возможность практически в реальных условиях продумать каждый шаг, изучить особенности конкретного объекта и наладить взаимодействие с администрацией. Данные учения показали слаженность работы, взаимодействие оценивается на хорошо.